дачах, лагерях, куда ни ступала нога блогера. Жилеты. Когда переплавлялись на лодках, да? Да, спасательные жилеты. Накопаю все братские ноги. О, вот слушная повязка, да? Их было так много, что они не знали друг друга в лицо. И они наводили панику среди местного населения. Посмотрели мы на этот укреп район, на переднюю линию обороны казачьих лагерей. Казачьи лагеря, это не совсем уже, это уже передняя линия обороны, которую держат наши доблестные гостеприимные хозяева. Много в интернете пишут блогеры о присутствии противника в казачьих лагерях, что уже поселок под Украиной. Что вы можете сказать на этот счет? Казачьи лагеря под нашим контролем, под контролем вооруженных сил Российской Федерации. Но они даже не заходили сюда. Мы их отсюда выдавили с наших позиций, которые они заняли. Противник здесь присутствует в казачьих лагерях исключительно в виде попахивающих мертвых тел. Мы вам их покажем. Все. Да, большинство наемников, даже есть афроамериканец. Негры, прямо скажем, негры. Побросали все, как видите, под ожиданием, что это было. Более дня три назад. Как видите, это далеко не казачий. Но это не казачий лагерь. Как видите, мы сюда далеко уже добираемся. Джавелины, НЛО, все эти модные поставки супероружия с Запада. Оно все валяется под ногами и не помогло им ничуть. Потому что лучшее орудие, это правда и боевой дух. Знакомься. Это негр, да? Принято называть афроамериканцем. Мы называем негр. Он два его коллеги. Он может быть русским матросом. Они не забрали своих 200-х. Они не вытащили их. Они уходили в спешке. Они на лодках высаживались, поэтому полегче. Вот мы находимся на лодочной станции у казачьих лагерей, как мы видим. Тут никаких нет ВСУ. Вот они, трофеи наших военнослужащих, которые выбили ВСУ. Человек тебе притаранил сигареты. Ты его знаешь, куда целовать должен? Это так, сверхновление, отдельно отпущено. Вот, собственно, мирные казачьи лагеря. Никто хотел сказать, что тут есть противник. Что-то, вот, блядь.